там подготовили 100-метровую полосу с препятствиями. Страшно. Очень страшно. Вот. Аккуратнее. Она прям... Желающих окунуться в ледяной воде в этом году в Затоне на редкость мало. Вы должны ощутить тепло, бодрость. Подождите две секунды. Давай. Очень вкусно. Чем быстрее и точнее, тем лучше. Об этом и не только расскажем на телеканале «Саратов-24». Уже скоро.